Приветствую на канале. Сегодня пошагово и полностью проведу разбор арбитражного круга со спредом от 8%. Правда, есть ограничения в виде общей суммы не больше 35 тысяч долларов. Не рекомендую вам превышать лимиты по данному обменнику. А спонсор арбитражной связки – наш телеграм-канал. В нем вы сможете найти для себя полезную информацию об арбитраже, а также разные связки на свой вкус. Ну а если у вас останутся вопросы по связке, обращайтесь также к администратору, и он обязательно вам поможет. Итак, переходим к связке. Переходим в торговлю и на спотовый рынок. Ищем и выбираем торговую пару Bitcoin Cash USDT. Выбираем маркет или рыночный тип ордера и указываем количество USDT. В нашем случае для наглядности 15 тысяч долларов. И покупаем. Ордер был исполнен моментально. Переходим в кошелек, раздел Fiat и Spot. Проверяем наличие монет, выбираем Bitcoin Cash и нажимаем «Вывод». И переходим на платформу MarketBTC. Если еще нет аккаунта, то регистрируемся. Если есть, входим. Переходим на платформу. Прежде чем начать, обязательно убедитесь в том, что Bitcoin Cash стоит дороже, чем на Binance. Стоимость Bitcoin Cash больше. Разница и есть наш спред. Переходим на домашнюю страницу и нажимаем «Депозит». Вводим количество монет, которые купили ранее, и нажимаем «Get адрес». Копируем адрес и переходим на Binance. Вставляем адрес. Сеть автоматически выбрана Bitcoin Cash. Вводим количество и нажимаем «Вывод». Еще раз все проверяем. Проходим проверку безопасности. Средства ушли. Переходим на платформу MarketBTC. Средства обычно поступают в течение от 3 до 7 минут. Можно не ждать, а просто вернуться обратно. Средства уже отображаются на нашем балансе. Перейдем во вкладку обмена. Выбираем, что мы отдаем Bitcoin Cash, а получаем USDT. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу. Выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем Tether TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес. Для этого возвращаемся на Binance. Заходим в кошелек, раздел Fiat и Spot. Выбираем USDT. Сеть выбираем аналогично, TRC20. Копируем адрес и возвращаемся. Вставляем и отправляем. Средства ушли на Binance. Вернемся на Binance и перейдем в раздел «Транзакции». Как видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила 1113 долларов.